Здравствуйте. Сегодня утром 19 ноября 2020 года на 344-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск произошло серьезное ДТП. Столкнулись грузовой фургон Ford Transit и большегруз с полуприцепом МАН. Один человек от полученных травм скончался на месте. Двое с различными травмами госпитализированы. Инцидент произошел в Увадском районе в 7:40 утра по местному времени. По предварительной версии, водитель, личность которого устанавливается, управляя автомобилем Ford Transit, на 344-м километре выехал на встречную полосу и допустил столкновение с большегрузным автомобилем МАН, принадлежащим фирме «Магнит». В результате мощнейшего столкновения водитель автомобиля Ford от полученных травм скончался на месте. Водитель большегруза и его пассажирка с травмами госпитализированы в больницу. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники ГИБДД рекомендуют всем автолюбителям, особенно которые на трассах с интенсивным движением транспортных средств, выбирать более безопасный стиль вождения и особенно скоростной режим. Обращайте внимание на погодные условия и качество покрытия проезжей части. Будьте предельно внимательными. При совершении обгона убедитесь в полной его безопасности. Не идите на необдуманные риски и берегите себя. Всего вам доброго. Всем пока.